Сегодня у нас радостное событие. Мы запускаем линию по производству сэндвич-панелей, вот, стеновых и кровельных. Линия приобретена довольно производительная, 500 квадратных метров в смену будет производить. Этот наш шаг по приобретению данной линии был обусловлен тем, что мы являемся резидентами территории опережающего развития Кангаласы и вынуждены строить свое здание 1300 квадратных метров, и у нас потребление, потребность 3000 квадратных метров. Также наши коллеги, которые резиденты Тасера, тоже нуждаются в данном продукте. И у нас очень много партнеров, которые, да, данная продукция будет востребована, мы надеемся. Сэндвич-панели – это быстрое и легкое решение, доступное решение для строительства нежилых зданий. Это различные ангары, фермы, коровники. Из них строятся такие торговые здания вот в Москве, как Ашан, Мега. Вот. У нас тоже могут строиться торговые помещения, ну, различные нежилые производственные помещения, которые нуждаются. Они быстровозводимы, в короткие сроки можно построить. Пахтовые поселки из них можно установить.